Всем привет! Давайте сегодня поговорим про работу мышц лица. За годы обучения, как и многие, насмотревшись различных видео, я начал активно работать мышцами лица. То есть жестикулирование бровями во время игры на тромбоне создает важность, видимо, какой-то. Вот, теперь я с этим борюсь, потому что мне это не нравится. Я, конечно, себя не вижу, когда я играю в оркестре и вообще в ансамбле в каком-то. Но когда я занимаюсь, я стараюсь заниматься около зеркала и отключить лишние мышцы, которые нам не нужны. Вот. Они в действительности не помогают совершенно нашей игре, а лишь создают определенные проблемы с концентрацией. То есть мозг тратит еще силы на движение вот этих бровей, чем возможно, или там кто-то ушами двигает, я не знаю чем, вот, ноздрями, вот. Но то, что в чем я уверен, в молодом возрасте, если за этим последить, начиная, то это даст положительные результаты в будущем. Как я делаю? Как я отключаю? Пытаюсь отключить мышцы лица. Мне это объяснил саксофонист Андрей Турыгин в свое время, за что ему огромное спасибо. Вот. Уже много лет прошло, а я так еще до конца и не поборол свои мимические дела. Вот. Я буду играть очень тихо, потому что туда-сюда дергать настройку камеры, нету автоматической уровня записи здесь. Что я делаю? Я начинаю ноту или какую-то вещь, где я вижу, что у меня используются брови, затыкаю, убираю мундштук и расслабляю мышцы, те, которые мне не нужны, и пытаюсь начать только с уголками. Я чувствую, как в середине ноты мышцы у меня расслабляются. И эта нота звучит дальше. Даже становится легче. Я иногда чувствую, как они начинают дергаться. Thank you.
Вот если дергать бровями, становится ли лучше? Или так? Почему-то здесь у меня поднимаются. Не знаю, нужны ли эти движения, но я стараюсь от них избавиться. Давайте поговорим немножко про постановки игры. Я практически все их использовал в твоей жизни, кроме растяжки. Есть 7 типов постановок, которые я вижу. Ну, постоянно используются. И надо сказать, что с большим успехом многие используют все виды постановок. Вот. Начнем с растяжки. Геймплан. Понятно, что в полной мере эту постановку я использовать не могу, потому что я никогда не играл на ней. Это одна из устаревших якобы постановок. Но я конкретно на такой постановке играть не могу. Куриная попа. Это система Маджо. Это вот этот круг. Играется все в центр. На обладатели этой постановки имеют очень большой звук, яркий и большую выдержку. Но там есть тоже ряд проблем, связанных с физиологией. То есть, если у вас все идет к центру, то артикулировать приходится тоже очень близко к губам. Я внутренне стараюсь это делать, но в действительности, конечно, у меня настолько не получается. Вот. Это, в принципе, рабочая тема. На основе этой постановки и... есть еще одна. Гиллеспи. Это когда у людей все... Я не знаю, как так можно играть. Ну, люди умудряются играть в совершенно расслабленном аппарате. Вот
Это три типа: растяжка, куриная жопа, попа, извините, и Гиллеспи. Я не знаю, как оно правильно называется. И вот на основе куриной попы и Гиллеспи сейчас называется новая европейская фишка, называется Balanced Embouchure, или какой-то сбалансированный амбушюр. То есть берется куриная попа, и за счет поддувания щек мышцы давятся к центру. То есть кольцо держится, а остальное все. Я это, честно говоря, только вчера вспомнил про эту тему и не знаю, как ей пользоваться. То есть вот это колечко держится. Четыре типа: сбалансированный амбушюр, Гиллеспи, куриная попа, растяжка. Пятый тип – это рыба. Такую постановку используют обычно те, у кого маленькая челюсть выдвинута. Вот. Ну, я имею в виду, что те постановки, которые держатся постоянно. То есть есть люди, которые играют так, кверху делают вот это положение. То есть мышцы имеют свойство работать, и каждый ищет сам положение, как кому надо. Вот, я просто рассказываю про системы игры. Рыба используется обычно при базинге оппозитно. То есть обычно базинг происходит вот так. Или так. Рыба вот это. Струя идет маленько наверх. В этом случае губа спрятана. Верхняя губа в нижнюю, и звук получается маленько. Тут должна больше расслабиться нижняя губа и вибрировать, а верхняя создавать направление струи. Но я все равно перехожу на свою постановку. Но в нижнем регистре, в принципе, можно попробовать. Нет, все равно. Что у нас еще есть? Просто держание уголков. Берем дыхание.
Это между рыбой. Вот мы держим уголки. Ну и пятая постановка, которую я пытаюсь сейчас использовать, это целуемся и улыбаемся. То есть это не растяжка как таковая. Это уголки держатся вот здесь. А здесь мышцы идут вперед. Почему я выбрал эту постановку? Потому что в рабочем регистре верхняя губа в этом случае расслаблена. Она вибрирует как будто на нижней губе, которая создает такой определенный трамплинчик для верхней. То есть как они работают? Нижняя губа, вот трамплин, а верхняя на ней как бы вот так лежит, работает. Показать-то. Вот. Не подворачивание, как таковое. Вот это. А именно. То есть получается, целуемся и улыбаемся. Как сказал великий Марис, голландской, по голландской системе будем тебя учить. Вот. И мне нравится именно в среднем. Ну, короче, это максимально свободная постановка для меня. Я могу использовать практически все, кроме растяжки. Вот этой. И играть достаточно качественно на любой из этих постановок. Если позаниматься неделю, я могу играть. Потому что я их все практически прошел. Другое дело, что сейчас показывая вам, я начинаю вроде как куриной попе. К примеру, а у меня расползается в мое обычное удобное положение, потому что это уже для меня, но куриная попа. Я и стараюсь ее делать. Вот это улыбаемся и целуемся. Здесь лучше артикуляция. И лучше звучит как бы рабочий диапазон, потому что в куриной попе сложно вот этот баланс найти, когда, ну, короче, когда вот губы, они все собраны к центру, вибрирует как бы середина, это круто, но для меня надо очень много заниматься в этой постановке, чтобы было звучало так, как мне нравится. А вот это дает для меня возможность играть свободно.
Это, конечно, сейчас пока показывал, уже позапутался маленечко в своих ощущениях. Тише надо. Вот. Я это рассказал не для того, чтобы вас как-то сбить с того пути, по которому вы идете, а просто, возможно, вы используете какой-то тип и не знаете, как он работает. А я попытался вам это как-то рассказать и объяснить. То есть растяжка, она идет. О, сейчас мы сыграем на всех постановках. При растяжке получается, что вроде есть легкость и яркость, но мало контроля. Куриная попа. Вообще другой звук, да? Сейчас, еще раз. Куриная попа. Гелеспи. Ну я вообще в ней не могу играть. Рыба. Пока у меня уходит наверх. Сейчас еще раз. Рыба. Просто держим уголки. Это просто держали уголки. Сбалансированный амбушюр. Куриная жопа. Понятно, что все это примерно я показываю и... Может быть, это даже смешно как-то звучит, но я стараюсь играть именно в этих постановках. Ну и улыбаемся и целуемся. Которую я сейчас использую. Почему я выбрал ее? Потому что она дает мне свободу.
Но это я думаю, что я использую эту систему. В действительности я перехожу на то, как аппарат все равно делает какие-то свои вещи и в верхнем регистре, и в нижнем там, и это. Но самое начало я стараюсь сделать так. В этом случае верхняя губа максимально свободна из всех пацанов. Mm-hmm.